Чем бы ты ни занимался, в своем деле надо стремиться быть лучшим. Название лучших в профессии сразятся повара, кондитеры, официанты, мастера по карвингу, горничные и медицинские работники. В Анапе объявлен конкурс по 7 номинациям. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо, во-первых, иметь специальность по данным номинациям и также предоставить документы, которые подтверждают профессиональное образование. Ну, к тому же иметь хорошее настроение, желание делать добро и приятное нашим людям. Ну и к тому же, если человек обладает высоким мастерством, профессионализмом, это успех в любом деле. Особенно это важно для Анапы в плане гостеприимства. Это имеет первостепенное значение. Первый этап конкурса пройдет с 24 по 28 апреля. Участники должны будут продемонстрировать теоретические знания. Второй этап предполагает практику. Чествование победителей будет в день открытия курортного сезона в Анапе. Высокий профессионализм работников индустрии гостеприимства способствует повышению туристической привлекательности нашего города, отмечают организаторы конкурса.